Добрый день, уважаемые коллеги. Предлагаем вашему вниманию мульчер от компании Matenq с возможностью подключения как к переднему, так и заднему вому трактора. Данная модель исполнена в размере 225 см по ширине захвата, по габариту смело добавляйте плюс 15 см. Называется она у нас F2S 225J. Исполнена, как и вся продукция Matenq, в достаточно высоком качестве. Оборудована системой смещения влево-вправо. Вал электронно балансированный. Подшипниковые узлы обслуживаемые. Регулировка лыжи по высоте. То есть у нас есть возможность регулировать высоту скашивания как лыжей, так и углом изменения, так и изменением угла нахождения прикатывающего катка, он же ролик, который помимо прикатывания регулирует высоту, регулирует угол наклона мульчера и выполняет защитную функцию. У него подшипниковый узел, обратите внимание, тоже обслуживаемый. С задней стороны мы видим прорезиненный защитный кожух, то есть таким вот образом такой мягкий, эластичный. Система трехточной навески как слева, так и справа. Ящик для zip. Редуктор двухсторонний, оборудован обгонной муфтой. Таким образом выглядят пальцы с проточкой. Аккуратно. Фиксаторы. Рукава высокого давления уже оборудованы быстросъемными муфтами. То есть подключение к любому трактору происходит наименее болезненно. Обратите внимание на обслуживаемый подшипниковый узел привода верхнего шкива. Внутри, если мы заглянем, есть система регулировки натяжения ремней, дополнительная защита кожуха от веток, биомассы, камней. Как всегда, фирменная буковка М на всей продукции Matenq. Обслуживаемый нижний шкив привода рабочего вала. Таким вот образом выглядит этот мульчер. Что касается рабочих органов, у нас спереди защитные цепи. Вот у нас вал электронно балансированный, молотки кило 200. Обратите внимание на то, что подшипниковые узлы, подшипниковые группы максимально защищены. Все сделано грамотно, толково, аккуратно. Любые вопросы, которые у вас возникнут по данному мульчеру, можете писать в комментариях, звоните, пишите по любым доступным для вас средствам связи, указанным на наших сайтах. Всего доброго, ждем ваших заказов.